наиболее комфортный диапазон для глиссанда на кларнете – это вторая октава. В третьей октаве появляется ряд артикуляционных сложностей. Не будем забывать, что это все-таки высокий регистр на кларнете. А в первой октаве мы теряем некоторые тембральные особенности этого приема. Соответственно, все становится глуше и менее звучно. Слэп можно разделить на три категории. Первая категория – это слэп в громком и очень громком нюансе. Как правило, он исполняется в малой октаве и в первой половине первой октавы. Звучит он так, примерно. О чем стоит помнить композиторам? Не злоупотреблять этим приемом. Если мы находимся на репетиции, если мы находимся в студии, и у нас от этого приема повредится трость, ничего страшного не произойдет, мы ее просто поменяем. Но если это произойдет на концерте, то это создаст огромные проблемы исполнителю. Вторая категория слэпа – это слэп, который похож на пиццикато. Этот слэп употребляется в тихом и в не очень тихом нюансе. И третья категория слэпа – это так называемый открытый слэп. В нем практически отсутствует звуковысотность и очень много шума. Такой слэп часто используют на бас-кларнете, либо используют кларнетисты в больших залах, чтобы можно было озвучить помещение. Существует определенная проблема нотации слэпа, как его только не обозначают, и иногда это вызывает вопросы. Я рекомендую записывать под нотами слово «слэп» и скрупулезно прописывать нюанс. Потому что если вы мне пишете форте в нотах, то я буду вынужден играть слэп первого варианта. Если там записано пиано или меццо-пиано, то я буду играть слэп как во втором варианте. Если вам нужен открытый шумовой слэп, то достаточно подписать open. Фурлат является, пожалуй, самым популярным приемом и можно смело сказать, что одним из самых простых. Можно использовать по всему диапазону, можно использовать в любом нюансе. Уже у Бернстайна в «Виссайской истории» присутствует соль диез третьей октавы на... Перманентное дыхание, двойное стаккато, тройное стаккато. Чем мы поднимаемся выше по диапазону, тем сложнее становится управлять этими приемами.
Соответственно, если композитор будет писать много в третьей октаве, то велика вероятность, что кларнетист может не справиться. За счет сложной системы клапанов и отверстий на кларнете возможно исполнять микрохроматику. И не только четверть тона, но и различные микрохроматические трели и сопутствующие приемы. Вот, например, как было в произведении Ивана Оленчика. Опять же, на кларнете возможно сыграть без биглянда. Это возможно исполнить, потому что на кларнете существует огромное количество аппликатур. Не на всех нотах вариации возможны, но на некоторых можно сыграть и 5, и 6, и 7 вариантов. Для примера мы возьмем си бемоль второй октавы. В общем, за счет этой разности интонационной получаются все вот эти кавалеристичные приемы. Обратите внимание, сейчас я сыграю унисон, но ноту, которую я буду петь, буду немножечко понижать и немножечко повышать. Возникают небольшие колебания. Если
добавить плотности воздушной струе, то эти колебания приобретут абсолютно очевидный, абсолютно слышимый такой характерный хрип, треск. Вот, в принципе, этот треск и есть гроулинг-эффект. Если мы убираем эти неточности, интонационные шероховатости, то мы можем получить чистое сочетание интервалов, как было показано во втором примере импровизации. И добавляя к этому еще интонирование голоса, мы можем уже получить полноценный пример использования одновременного пения и игры на инструменте. Годами духовик вырабатывает привычку предслышать ноту или инстинктивно ее пропевать для того, чтобы интонирование было точным. Потому что на одной и той же аппликатуре на кларнете можно сыграть огромное количество нот. Часто это случается, это достаточно комично, это называется кикс. Так вот, когда я учил это произведение, которое написал Артур Забнин, мне понадобилось огромное количество времени, чтобы эту самую инерцию преодолеть, чтобы я не скатывался все время в унисоны. Поэтому это очень и очень сложный прием игры на кларнете. Существуют различные способы разделения мультифоников на группы. Я предлагаю разделить мультифоники на две принципиально разные категории. Первую категорию еще называют «son fin du» – расщепленный тон. Отличие этих мультифоников от основной группы в том, что они исполняются без применения дополнительной аппликатуры. Только за счет изменения угла воздушной струи и преломления амбушюра. Все остальные мультифоники можно сыграть только при помощи дополнительной аппликатуры. Они могут различаться по динамическим оттенкам, они могут различаться по количеству исполняемых звуков, по устойчивости этих бертонов. Опять же, нужно композиторам помнить, на мой взгляд, что мультифоник – это не аккорд, как на фортепиано, это основной тон с преломлением, основной тон с дополнительными обертонами. Соответственно, для того, чтобы мультифоник зажегся, нужно время. Далеко не все мультифоники берутся сразу и точно. Еще есть группа мультифоников, которую я бы назвал благозвучные мультифоники. Обратите внимание, я начинаю дышать в инструмент. Сейчас это шум.
Но если добавить давление, то уже начнет появляться тон. И третий этап возникает уже звук. Между второй и третьей позицией Хельмут Лахеман находит целую вселенную, на мой взгляд. Существует огромная вариативность в использовании воздуха. Насколько много в нем тона или насколько в нем мало, 30%, 50%, 70%. Подобного рода нотацию я встречал. Опять же, Air Noise различается по способу дыхания. Можно играть на выдохе, можно сыграть на вдохе. Важно помнить, что Air на вдохе гораздо тише и гораздо меньше по времени, потому что вдох значительно короче. Есть громкие Air. Тоже очень быстро уходит воздух, нужно набирать дыхание. И достаточно новый прием для кларнетистов, называется поцелуй. Альтиссимо регистр или сверхвысокий регистр на кларнете. Да, он существует, да, эти ноты берутся, но важно помнить, что вся, в принципе, третья октава на кларнете – это уже передувание, то есть это обертон. Соответственно, мы берем аппликатуру какой-то более низкой ноты и на ней, на этой аппликатуре, пытаемся взять следующий или обертон, который следует за ним. Соответственно, я бы не рекомендовал злоупотреблять высоким регистром, потому что это требует отдельных тростей, это требует отдельных муштуков, это требует серьезной подготовки до исполнения и серьезной концентрации во время исполнения. Этот регистр не случайно называется сверхвысоким, потому что он уже за пределами стандартного звукоизвлечения. Сейчас я сыграю отрывок из произведения Адольфа Шрайнера с раструбом. Теперь раструб снимаем. Этот эпизод у композитора исполняется без раструба. В общем, разница небольшая, хотя раструб значительно влияет на общий резонанс. То есть в большом зале, если играть без раструба, то разница будет приличная. Thank you.
Имитация засурдининой трубы имеет ограниченный диапазон. Это диапазон обертонового ряда ноты ми малой октавы. Trumpet sound звучит в пределах малой октавы и начала первой октавы. А флейтовый тон ограничен примерно октавой, ну, чуть больше октавы диапазон можно, в принципе, выделить. Когда я имитирую звучание флейты, я снимаю бочонок и муштук. Соответственно, канал инструмента у меня становится значительно меньше и меняется строй. Если в полном сочетании на кларнете, когда я играю ноту до первой октавы, звучит си бемоль малый, то в таком виде, когда я нажимаю ноту до первой октавы, будет звучать нота ре первой октавы. Если композиторы используют в своих произведениях trumpet sound, то им нужно учитывать один немаловажный факт. Для того, чтобы исполнить этот прием, кларнетисту нужно снять муштук. А вот для этого нужно время. Потому что вот сейчас у меня, например, начинает съезжать лигатура. Это все не очень удобно. Соответственно, нужно обязательно выделить паузу в произведении, чтобы кларнетист успел снять муштук, сыграть trumpet sound и вернуть его на место. Это обязательно нужно учитывать в своих произведениях.